Друзья, каждый понедельник мы в хорошее утро делаем бодрую, хорошую зарядку. Надеемся, что вы сейчас в чем-то удобном и готовы сделать, ну, несколько, я думаю, что не тяжелых физических упражнений. Сейчас мы узнаем, тем более, что у нас в гостях замечательный наш специалист Виталий Кононов, да, фитнес-тренер. И Катя Бражникова, хореограф, и тоже фитнес-тренер. Здравствуйте. Ребята, привет. Так, привет, ну привет. Что, у нас какая-то сегодня специфическая зарядка будет или какая-то, ну, совершенно обычная? Какие будем делать упражнения? Мы ж не зря вдвоем пришли, да, поэтому мы будем делать парные упражнения. Ага. Национальный парный тренинг. Так. Это же, ну, и вдруг ты один. Это как тимбилдинг, это как маленький тимбилдинг. Хорошо, парные, парные упражнения. Что делать? Для начала мы немножко разомнемся, разогреем мышцы. Повторяем, строго за нами. Маршируем. Шаг на месте. Глубокий вдох, выдох, вдох. Выдох. Еще два раза. Ну, видно, что человек с хореографией связан. Как бы. И поехали. Захлёст. Ага. Осторожно. У нас же несколько плазм. Телевизор нас. Наш не поломай. И поехали. Оп. Теперь колено груди. И разворачиваем корпус колена. Друзья, может, выдох. Музыку какую-то? Выдох. Там, та, 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 та. Так. И еще немножко. Кардионагрузочки. Руки в противоход. Ага, отлично. Паша, какой радостный. Смотри, ты... Нет, Павлик, мне пока, дальше мне пока нравится. Идет. Ножки пошире поставили. Так. Наклончики. Каждой ноге. Так, ну тут сложнее, конечно. Можно глубже. Давай. Колени не сгибаем. Ровные спинки стараемся держать. И немножко в центр. А, немножко в центр. Тяни, Павлик, тяни. Все, что можешь тянуть. Это мы пока только разогреваем. Внизу остались. Это разогрев. А если до низа не очень достаешь? Ножки можно обнять. Так. Круглой спинкой раскрутились. Глубокий вдох. Выдох, я думаю, что разогрелись уже. Очень разогрелись. Я думала, это была зарядка. Ну, приступим к упражнениям. Как раз становимся друг напротив друга. Так. Беремся за ручки. Хват крест-накрест. Удобнее, да, держаться крест-накрест. Как тебе удобно? Вот так вот. Сейчас. Отлично. У вас какой-то не очень крест-накрест. Это было самое сложное. Чуть шире. Чуть шире, так. Так, используем вес друг друга. Так, мы немножко оттягиваемся друг от друга. Вдох. Таз максимально назад направляем. Ага. А что должно напрягаться? Ноги. Кроме машинного парня. Ноги и напрягаем дополнительно и ягодицы. Колени, следим за коленями. Ты колени следишь шире. За коленями? Вдох, я слежу за коленями. Выдох, вверх. Колени вдох. Направляем вдоль носочков. Так. Отлично. Ты используешь еще два раза? Я да. Еще один. Оп. Отлично. Стали. Ну и немножко еще добьем низ. Давайте. Выпады. Так, опять. Так, да. Только уже одна рука, сейчас будут руки меняться. Будем чередовать ручки. А, смотрите, правая рука и правой же ногой мы совершаем выпад назад. Подождите. Поехали. О, ну не так и знаешь. Весь надо быстро перехватывать. Смотри, как будто это. Пробуем. Я согласен. Давай еще раз. Оттяжка. Используем вес друг друга. Маша упала. Противоположные ручки, ножки, да. Вот, отлично. Меняем. Вот, уже лучше. Смотри, мы с тобой просто как Цискоридзе и Волочкова. Посмотри. Как Цискоридзе и Плющенко. Еще по два. И по одному. Нормально, что она заваливает? Я просто по одному. Отлично. Встали, закончили. Все. Так, отлично получилось. Теперь переходим на низ, поработаем немножко на верхнюю часть корпуса. Опять на низ. Отжимание. А, вниз. Так. На коврике. Ага. Отжимание. Мы становимся... Так, чтобы головой не ударились. Лежа. Так. Напрягаем весь корпус, подтягиваем мышцы пресса и напрягаем ягодицы. Так. А, упрощенный вариант, мы просто даем хлопок 5 друг другу. Так, Маш, можно колени. Противоположной ручкой. Поехали. Не зажимай. Нет, это легкий вариант. Если хотим добавить нагрузку, мы добавляем отжимания. Отжались. И тюня. Отлично. Следим за корпусом. Я пока один. У меня пока индивидуальные занятия. Ай. Ну супер. Так. Мы только размялись. Сейчас только все начнется. Как? Кто это размялись? Мы говорили об этом
полчаса назад, что мы только дальше. Ну и сделаем Маша. Упражнение на пресс. О, также садимся, чтобы ножки были по одной. Шахматном порядке. Да, да, да. Так, поближе. Вот, отлично. Дай пять. Подаем 5, прям как можно выше. Ага. И уходим назад. Поясница прижимается к полу. Маша, у тебя не прижимается у тебя поясница. Потому что... И через круглую спинку работаем. Не могу прижиматься. Максимально пресс вовлекаем. Опа! Давай быстро ладушки. Отлично! Это, кстати, дополнительная хорошая нагрузка. Еще разок. Давай! Оп. Молодцы! Молодцы! Команда! Ну, все. Есть! Отлично, отлично. Ну, давайте потянемся. Ага. Также в паре очень удобно тянуться. А, упираемся в ноги напарнику. Так. А у них как-то шире получится. И тянем того. А, надо за руки еще сходить. В кого упираемся? Опа! Оп. А почему мы с меня начали, Маш? Давай, так, а ну-ка. И точно так же меняем. Поменяли ноги. Поменяли ноги на что? Растягиваем. Упор, упор. А, теперь ты тянешь. Тяни. А, я теперь тяну. Ага, ага, угу. А что ты не кричишь? Ау! Подождите, что-то замкнуло. Это достаточно не размялось. Да, да, да. Ай, друзья. Это, видимо, кто-то плохо дышал. Я думаю, что мы за кадром продолжим эту замечательную парную зарядку. Виталий Кононов, Екатерина Бражникова сегодня вместе с нами были. Будьте всегда в хорошей физической форме. Я как футболист, да? Да. Но оставайтесь, естественно, с нами, потому что совсем скоро мы узнаем, как выглядит блюдо для неголодной девушки и как наши коллеги отпраздновали День лени. Давай еще. Сейчас прям.